4 канала. Сейчас небольшая реклама. После короткой паузы узнаем у врача студии, как безопасно отпраздновать Новый год. И побываем в школе театрального Рождества. Оставайтесь с нами. Акция месяца в Гиперболе. Сыр Бурата 99 рублей. Семга филе на коже 1599 рублей. С 5 декабря по 8 января. Гринвич, Пассаж и Высоцкого 5. Акция в сети магазинов «Первый рыбный». Икра горбуши 1990 рублей. В новом 6 за 199,90 от Бургер Кинг. Больше 740 вариантов комбо. И за 2 года все не перепробуешь. Бургер Кинг. Вселенная конструктора. Посети выставку Лего на этой неделе. ЦУ Пассаж 0+. Что мы делаем зимой? Живем уютно, вкусно, иногда слишком сытно. И поэтому не очень активно. Сохраняй легкость внутри и не ставь жизнь на паузу. Новая Activia Superfood содержит заряд пробиотиков и суперингредиенты. Ведь когда внутри все супер, так легко жить активно. Новая Activia Superfood. Заряд пробиотиков для активной жизни. Купи смартфон Samsung в офисах Мотив и получи полгода безлимитного мобильного интернета в подарок. Мотив. С новым полугодом. Весь декабрь в парфюмерных супермаркетах и интернет-магазине «Золотое яблоко» скидки на парфюм до 50%. Подробности на сайте goldapple.ru. Одни ценят нежность, другие – страсть и остроту. Для кого-то важна естественность. Запеченные мясные деликатесы от Черкашина. Однажды и навсегда. Не упусти момент. В честь открытия ювелирного номер 1 скидки до 70%. Грандиозный обмен золота по 3800. Верхняя Пышма. Проспект Успенский, 46. В каждом доме свои правила просмотра. Например, найти развлечения для каждого. Установите свои правила дома. Закажите тест-драйв умной ТВ-приставки Movix Pro. Проведи Новый год! Фэнтези-град и герой-парк! ТРЦ Гринвич, 3-й этаж! Как приготовить праздник по-уральски? Добавим к морозной зиме свежей зелени, позовем добрых друзей и приправим вкусным настроением. ЕЖК. С Новым годом по-уральски. Кирюш, соберись. До курантов еще далеко. Просто такой выбор! Скидка до 30% на охлажденные стейки и филе лосося. Карта гостя каждому. Смачные воперы на настоящем огне. 2 за 200. Только в Бургер Кинг. Вы смотрите новости 4 канала, и мы продолжаем. Дарить праздник тем, кто обделен, может далеко не каждый. Для этого нужен особый талант. Да и часто нам просто некогда, ну или неудобно. Но Новый год – это такое время, когда просто обязаны случаться всевозможные чудеса. Да, и поэтому вместе со службой милосердия мы придумали проект «Город добрых людей». Актеры, телеведущие, общественные деятели на своем примере показывают, что на самом деле совершать добрые дела – это несложно. Сегодня депутат городской думы Тимофей Жуков отправился в дом-интернат для больных детей. У Тимофея у нас все добровольцы, у нас вот такие вот боги. Поздоровайся, Миша. Поднимай голову. О чем ты мечтаешь, Илюша? Я хочу помогать людям. В детстве я себе думал охранником стать, защищать людей хотел. Но мне потом не сказали, что у тебя это не получится. Миш, ты держись только. О, так вы-то парни крутые. У вас-то колеса. Не ждем ты до мороза. Скоро будет, а? Поскольку мы люди неопытные, чаще всего в делах милосердия, нам кажется, что если мы привезем какие-то подарки, отдарим его конфетами, игрушками, мы его сразу делаем счастливым. На самом деле все дети нуждаются в заботе и в любви, потому что мы эту заботу выражали вот персонально. Че у тебя с оценками, порядок?